150 парней и девчонок несколько дней будут открывать новые горизонты и узнавать полезную информацию. Форум «Большие смыслы» собрал молодежь со всех регионов страны. В программе образовательные конкурсы, тренинги по развитию компетенций, а также яркая досуговая программа. На форуме участники проекта будут разрабатывать свои социальные идеи, чтобы в дальнейшем подать их на грантовые конкурсы. Различные грантовые конкурсы, что для юридических лиц, так и для физических лиц в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Основная цель – налаживать межкультурные компетенции, делиться своим уникальным опытом и создавать интересные, а главное – полезные проекты для молодежи. Мероприятие и обучение будет в том числе направлено на трансляцию наших проектов российских за рубеж. То есть для популяризации русского языка, для знакомства наших ребят с иностранными гражданами, по обмену опыта будет поездка. То есть мы используем этот, в том числе, проект как начальную ступень и трамплин, да, к развитию международных отношений. Участники могут создавать проекты в различных направлениях: занятость молодежи, благоустройство, экология, творчество, патриотизм, здоровый образ жизни и многое другое. Ну, есть наработки, что-то связанное с молодежью, так как я учитель начальных классов, хотелось бы привлечь, ну, детей из школы, подростков, межнациональное общение, развитие молодежи, социальные связи. Форум продлится до 7 ноября. Организаторы мероприятия мыслят позитивно и хотят помочь каждому участнику создать, довести до идеала проект и подать его на грантовый конкурс. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.